Так, добре утро всім. Як буде світло, ще добрий ранок, то завантажу. Як не буде, то вже як мені буде щастити, так і буде ця трансляція в Ютубі. Продовжую я про нашого парубка моторного Миколу Гоголя Яновського. Ну, в общем, он начинает зарабатывать первые деньги, приезжает к себе домой. Он же до этого не мог выехать, потому что он был в жопе мира, на дне, и его амбиции, которые ему мать не то что даже внушила, а подсветила, его стороны таланта, они не были реализованы. Хочу напомнить, что мать его была очень набожна, 14 лет, ну, Украина того времени, ну, центральная, восточная, это поп выше всего, это молитвы на коленях с утра до вечера, это исправная служба, и, ну, это был, например, такой, я не знаю, Мекка христианского православия. Ну и мама, в общем, Коля приезжает с деньгами, начинает заводить ручку сестрам, там три или четыре сестры, я уже не помню сколько, и маме. До самой своей смерти, ну и потом же после смерти, это уже попозже об этом, он всегда доляху минимум 50% отчислял маменьке и сестричкам. Всех их там содержал, женил, замуж выдавал и т.д. и т.п. И учил. Отправил в Киевскую гимназию учиться. И потом как бы дальше пристраивал к жизни. Потом же вот эти лизогубы были промышленники, они из этой ветки пошли. Один стал в правительстве большим чиновником, а другой пошел на виселицу за финансирование террористов, которые покушались на царя. Вот вы так видите, как оно все запутано в этой жизни. Ну да, мы говорим, у подалека брат, герой СВУ. Сегодня, кстати, с утра смотрел про передачу про Олега Сырского, брата нашего главкома. Был осужден за минирование торговых центров телефонных. И ватный-ватный там. Люблю Россию, люблю Россию. Россия там, ну, да, не там живут, вещать и ада. И мама задает Коле вопрос: Колечка, а ты ж, вот это, Микола, ты відображаєш наше життя, звичайно, у цих своїх поемах. Що, за це платять кошти? Ну, а Коля відповідає: да, мамо, платять дуже великі кошти. Все дуже добре. Он как только начал получать первые деньги, он сразу же официально, нотариально отказался от наследства любого в пользу этих всех дочерей. И начал уже донатить сестер. В общем, они с Пушкиным скооперировались. Ну, чтобы вы понимали, до самой смерти Пушкина, до дуэли, это были два близких друга, которые работали в тандеме, как Ильф и Петров. Да. Пушкин его затянул в свою библиотеку, она была самая лучшая библиотека, даже лучше, чем у Карамзина. Коля наелся истории реальной, исторических книг. Все, что он не понимал на других языках, Пушкин не ленился, хотя Пушкин для кого-то уделять внимание, для него это было ниже его достоинства. Но на нашего Миколу він тратив, не марнував час. Он ему переводил французский, английский с оригинала. Многие там черногорские какие-то повести, сказки, ирландские, и просвещал его. То есть Пушкин это был его старший друг-учитель. В хорошем и плохом в смысле слова. Но он на него в основном влиял хорошо. В плохом каком, потому что когда Колю глючило, и ему опять
начинала видеться эта черная кошка, Пушкин говорит, что опять черная кошка, Коль. Коль, смотри, есть хорошие публичные дома. Я тебя познакомлю с нормальными польками. Они тебя размагнитят. Ходи к бабам побольше. И если не помогают женщины польки, ну, раньше они пользовались там большим спросом, то вудка польская, тройного перегона. Очень хорошо. Очень хорошо. И уже начинают работать в Санкт-Петербурге, и можно выехать в Германию. Невропатология развивается в Германии. Можно и полечиться. Коля, побольше употребляй, побольше вживай ковытою, Коля, не заходи в себя, не вгоняй в себя. У него что-то там две крайности было. Это папины сны долбанные и мамина набожность, она же его доведет потом до ручки. Там еще был вопрос, что типа Троцкий и Ленин так жестко с семьей царя поступили. Весьма жестко, да. Ну а кто учителя их не были? Их учителя были не только, как, например, Кромвель или якобинцы, да. А учителя их не были Петр I, Екатерина II. Ну, возьмем, например, тот же самый крепость Орешек, да, Шлиссельбург. Ну, он посадил сразу всех, кто претендовали на престол, и были хоть какие-то конкуренты, которые не очень хорошо дышали, они же ехали сразу на подвал. Мария Алексеевна, сестра его, Алексея Михайловича, и Марии Милославской, дочка, да, поехала на Орешек. Потом Лопухина, первая его жена, когда она там пошилась с этим в монастыре капитаном, которого он лично на кол посадил, и одел кожух, чтобы он не сразу быстро остыл. При том, что он с ней уже не жил лет 9-10. Евдокия там просидела. Потом Иван VI, император всероссийский из брауншвейгской ветви династии Романовых. Они все там сидели, но это самое мягкое было. У них же было не мягкое, это Катя приходила на престол. Муженька убила. Она то приезжая была с любовниками, да. Либо тот же самый Павел I, Александра I, как привели на престол? Грохнули и все. Поэтому было у кого учиться. В общем, они скооперировались с Пушкиным. Что Пушкин делал? Пушкин разрабатывал сценарий. Какая бы модна была тема. Где-то, а у Коли уже была задача Николая дать в буквах литературный образ, показать характер этого персонажа. Здесь был Пушкин слабый, а Микола хорошо это писал. И некоторые нюансы Пушкин где-то убирал, где-то дополнял. Ну, то есть он говорил, здесь побольше покажи красного света, а здесь сделай потускней. И так они вдвоем писали, на двоих, да. Запоминаем, Пушкин и Гоголь писали вдвоем. Там, где писал один Гоголь, было не очень. И Пушкин заметил, что Гоголь пытается подстроиться под него, и он сказал, слышишь, Коля, ты личность самобытная, пиши не как я, а как ты. Если ты будешь писать как ты, как я тебя зачмырю во всех этих литературных кругах. Ты меня услышал? Пиши, как ты. Ты, говорит, наш Гофман новый. Поэтому пиши, как ты. Чем пользовался, ну, в успехе, например, пользовался произведения Гоголя, пользовались тем, что, например, он передавал точно колорит и быт наш местный, украинский, ну, они назвали малоросский. И в Петербурге все от этого кайфовали. То есть там не сухо переписывал, что казак такой-то, что-то там куда-то посмотрел. Оборот речи, поведение, психотип, харизма, это все он передавал. Я считаю, даже Николая Гоголя больше националистом украинским и сделавшим больше пользы для прославления нашего края, чем другие писатели, в том числе и Тарас Шевченко. Ну, его при всем к Тарасу молодец, там сформировал украинский литературный, выл, ныл и тужил на Луну.
Этот, наоборот, навязывал украинский этноколорит Российской империи. Навязывал, он влюблял и делал его модным. Было модно читать о нашем быте и знать предметно, о чем идет речь. Да, я об этом дальше поговорю. И он, в принципе, навязал уже через эти все свои произведения, начиная от «Вечера на хуторе близ Диканьки», потом Тараса Бульбы, да, он навязал, ну, все украинское. И Санкт-Петербург заболел этим. Ну, во-первых, там много было больших людей с Украины, начиная уже от канцлеров, любовников, первых лиц государства. И они увидели свое, и они его начали поднимать на штандарты, свое. Наконец-то литературный человек пришел от нас, от нашей малой родины. Ну, там тот же самый при Николае Первом Рос Пашкевич, фельдмаршал, да, и другие люди. С Полтавской же области их там было просто целая дивизия статских чиновников первого высшего ранга. Если проанализировать, ну, как специалисты читают, ту же самую «Капитанскую дочь» и «Тарас Бульба», то они эти два произведения хлопнули в одном стиле вдвоем. И там, в принципе, все было одной направленности. Ну и потом же Пушкин говорит: «Коль, слышишь, свой талант тебе надо преподавать в университете. Я тебя сделаю профессором». И человека с образованием в гимназии в Нежине, это вся шайка Пушкина, а Пушкин это был уже тогда самый первый человек возле Николая Первого. Николай Первый на всех был типа суровый, а внутри компании это был чудак, который шикарно разбирался в литературе, ценил, ну, таланты и нуждался в них. И было самое близкое окружение, которое могло порешать все что угодно. И они нашего Миколу с гимназическим образованием определяют преподавателем истории в университет Санкт-Петербурга. И получается, вся знать начинает ходить на лекции, ну, дети знати, на лекции нашего Коли без высшего образования. У него лекции по истории были шедевры. Он не любил, он не был математиком истории, он историю не воспринимал как науку, он ее воспринимал как образ жизни, как он в нем живет. Он туда погружался и жил в ней. И получается, люди плакали и рыдали, обожали его, ну, и преподавание истории. Он отдавался как мог этому всему. Получается, ну вот если взять его произведения, те же самые «Вечера на хуторе близ Диканьки», то он навязал Российской империи колорит казака, да, наши традиции, ну, с элементами мистики и много чего другого, еды нашей, фольклора, наших красавиц Оксан. Ну, а он по-своему воспел эту необычной красоты украинскую женщину, в которой смешалось много культур и много генетики. Он взять того же самого, ну, позже, эти «Мертвые души» или «Ревизора», от которых сходили с ума не только Россия, а весь мир, которые «Ревизор» и «Мертвые души», они писали вместе тоже с Пушкиным, то, ну, он высмеивал порочность Российской империи, да. Он ее высмеивал, он мог протестовать так, как он мог. Например, Тараса Бульбу он как показал, он же не мог, например, воспевать, например, Ивана Багуна какого-то или гетьманов, которые восставали против империи. Нет, он взял Хмельницкого, например, условного, и показывал тех гетьманов, которые были за Россию, но все равно он старался преподать и показать наше украинское мужество и много чего другого. Таким способом он политика была для него это искусство возможного. Вот где он мог это донести, он это доносил. И показывал красивую украинскую теплую ночь, и много зелени, и всего остального. И в этом надо видеть господина Гоголя. И
Тот же самый Николай I, ну, я дальше скажу, он же, ну, когда начинали делать постановку «Ревизора», то Пушкин сказал, мы ее ставим в театре, я беру на себя Николая. Репрессий не будет, потому что многие готовились уже к каторге. И когда была премьера, то все смотрели со стороны из-за штор, из-за портьер, на реакцию Николая I. А он начал смеяться, начал ногами тупотеть, все расслабились. Заканчивается пьеса. Перед этим же Пушкин хотел познакомить Гоголя на балу с Николаем, а Гоголь упал в обморок. И тут он вызывает Гоголя к себе. Николая, ведите к себе, ко мне. И он снимает лично перстень с руки и говорит, ты прекрасен. И отдает ему перстень. И они уже готовились ехать на каторгу, потому что после декабристов вообще это третье отделение охранки было очень жесткое. Потому что литература – это ум, это мозги общества. И «Ревизора» начинает ставить по всей стране. У Коли вообще деньги, миллионы сыпятся ему на голову. Коля не просто богатый, наш Гоголь, а архибогатый. С каждой постановки отчисления идут роялти Коле. Он стал намного богаче Зеленского. Потому что он намного талантливее его. Даже не с чем сравнивать. В это время идет, ну и мертвые души, как Николай I там ни, его не кочевряжило, он их разрешил ставить, да. И после мертвых душ первой части опять мега успех, опять тонны денег. Но об этом дальше. Поэтому я Гоголя рассматриваю как человека, который именно Украину протягивал на большие просторы. И показывал, насколько мы колоритны, насколько мы интересны. В это же время Шевченко залетает на тюрьму, солдат разжалован. Он пишет письмо Гоголю, знает, что Гоголь рядом возле царя, и просит порешать за него. Ну, Гоголь пробивает тему, Саша Пушкин, ему говорят, что там, ну, все, кто знали, ну, у него было, когда стучаться до Николая, да, и говорят, не влазь сюда, потому что это твоя башка слетит. Он был лишь всего писатель. У него была политика, искусство возможного. Там, говорит, оскорбление, ну, царицы не порешаешь никак. Тема закрыта. Матушка и выкупила его, этого Тарасика. А Тарас же тоже начинал как Гоголь, все же было красиво. Кафтаны по 100 рублей – это годовой оклад извозчика в Санкт-Петербурге. Самые красивые девки, самое красивое общество. Ну, потом Тарас, как бы… Тарас вообще, это ж, видите, это любимый вождь коммунистов Советского Союза. Тарас же стоял везде, это борец с буржуа. И Тарас стал героем и у нас, понимаете. И мы, получается, аж у СССР коммунистическое продолжаем, делаем Тараса. Он вроде бы язык оккультурил, вроде бы и на панов там бубнил, которые ему только дали, ну, лифт большой социальный. И мы его делим, как Ивана Франка, тоже коммуниста, как стандарты. У нас стандарты все вместе с коммунистическими у Украины нынешней. А про Гоголя, например, боимся говорить. Ну, он также увлекается таким течением, как панславянство. Это триединство всех славянских народов. Даже не триединство, а многоединство. Он рассматривал славянизм от Центральной России и Украины, заканчивая Сербией. Что все славяне должны жить в общем большом государстве. В его кругу появляются люди, такие жесткие пропагандисты славянизма. Кстати, татары этнические, я о них дальше поговорю. И он развивает эту тему, что столицей всех славян должен быть Киев. Почему? Потому что он намоленный, мама ему это привила. А в Киеве крестилась вся Русь, да. Дозы объема алкоголя, который он употреблял с Пушкиным, печень его не выдерживала. Коля валялся под столом, когда Саша еще продолжал бухать.
И на удивление Пушкин на утро был всегда бодр, и когда у него было хорошее настроение, он продолжал творить. Когда он иногда, Пушкин, ругался с царем Николаем I, то царь его иногда высылал в его поместье. Я забыл, как оно там, Болдино или как, и он там чуть-чуть его приводили в себя. В общем, Пушкин, как пообещал, по ревизору он все порешал. И царь сказал, надо смеяться над нашей системой, почему не все гладко, не все идеально. Есть взяточники, есть т.д. и т.п., поэтому запускаем это в тираж. В общем, в то время появились такие два лидера татарского происхождения, которые развивали тему при дворе. Один был Чаадаев, это западник, а второй был Аксаков, это славянофил. И Аксаков в будущем очень большое влияние оказал на нашего Микулу. Ну, он типа был Дугин в чистом виде. Оба татары, кстати, да. В общем, у Гоголя начали опять посещать эти кошки, эти кошмары. На него вообще плохо влияло холодный Санкт-Петербург и все страны там, где было холодно. Там, где было тепло, ему становилось лучше. И он уже начал даже писать свое завещание, да, оформлять. В общем, они придумали с Сашей Пушкиным «Мертвые души». Пушкин дал сценарий. Но он его еще не начал писать. Они как бы направили это все в нужное русло и говорит, собирайся с мыслями, ты не в лучшем духе. Когда писатель себя плохо чувствует, лучше не начинать произведение писать. Ну, такая была позиция Пушкина. Я говорю, так как ты, в общем, ну, у тебя кукуха едет, опять кошки эти, опять ты сидишь на этой речке, хочешь утопиться, и за тобой бегает твой Яким. Тебе надо чемодан, порт Кронштадт и Рим, едь в Италию, приведи свою голову в порядок. Потому что к девкам ты со мной не ходишь, водку ты пить не умеешь, поэтому давай меняй место дислокации. И Пушкин его силой выдворил в Италию, посадил на пароход. Также, ну, хочется упомянуть, был у них такой еще министр просвещения, который через Пушкина помогал вот этим всем движениям литературным, Уваров. Он был открытый, ну, открытый, какой открытый. Все знали, что он гей, и он спит с князем Дундуковым. Это был у них такой союз, да. Любили друг друга. Я помню, Дундуков он и генералом был каким-то, да. Да, вот такие есть генералы. И вот этот Аксаков, который начал влиять сильно, параллельно было влияние Пушкина нормальное. Пушкин на него офигенно влиял, на Колю. Ну, как мне нравится. А Аксаков влиял плохо. Ну, Аксаков это был такой Корчинский. Это в чистом был Корчинский, только если Корчинский говорит на украинском языке, то Аксаков говорил на русском. Вот в чистом виде Корчинский. Корчинский сам с такой русскоязычной семьи, по маме и по папе. А такой усатый, да? Так. У них очень была, у Аксакова тема СССР. Святая Соборная Русь. Да, вот это они ее продвигали. СССР. В общем, Аксаков, получается, Коля уезжает в Рим. Снимает виллу на Тирейском море. У Коли там все супер. Он начинает писать «Мертвые души», потому что вино, виноград, тепло. Это Италия, это Украина. Это Украина. Итальянцы точно такие, как украинцы. Намоленные только католики. Веселые, разговорчивые. Любят покушать хорошо и попьянствовать. И у него там создается такой шабаш. Он дружит с местными рыбаками, которых балуют деньгами и угощениями.
И они ему постоянно там поют на гитаре эти песни итальянские. Язык он не знает, но как-то с ними общается, потому что есть деньги. И Коля там опять расцветает и начинает выдавать страницу за страницей мертвых душ. И в Италии он эти души пишет, ну, супер. Два слова хочется сказать об Иване Сергеевиче Аксакове. Это вот это же Корчинский наш, и он славянофил. И он яшкается с этими попами, которые, ну, вообще припудренные. Там были попы, которые были вменяемые, а были попы, которые такие ортодоксальные. И которые даже у Николая I, он их высылал в самые там захудалые приходы, и они были невыездные с России, с Российской империи. Запрещено было выезжать. Вот это такая публика была у Аксакова. И Гоголь по маминой линии, что это тяготел к этим, ну, сектантам. Как говорят, братство. Там, где говорят братство, это что-то опасное. В общем, перед тем, как он его отправил в Италию, он же, Аксаков его начал водить к этим попам перепуганным. И Пушкин как-то зашел к, ну, выгонять беса. Ну, то есть у Гоголя беса. У него было психическое расстройство, но его выгоняли с помощью работы с этими православными идиотами. И Пушкин к нему зашел домой, к Гоголю, а тот голый, спина вся избита, ну, били какими-то плетками, изгоняли. И вокруг одни иконы. Ну, и тогда же он после этого прихода его говорит: все, Коленька, собираемся, понятно, у тебя алё тополя, уезжаешь. И, в общем, Пушкин приходит к Аксакову, он знает, откуда корни несут, и Пушкин ему сразу двоечку с прохода, бам-бам. На отходе боковой, и Аксакова разбита физиономия. Кстати, и Коля был хоть и асексуалом, да, ну никак не могли его расшевелить в отношении дам. Представьте, Петербург, самые красивые женщины туда съехались, и путаны в том числе, с Европы. У тебя бабла немерено, и ты не алё, с якимом ходишь. Ну, мне сейчас на его по-человечески жалко. Ну, он хорошо писал о любовных переживаниях, да. В общем, Пушкин ему говорит: Коленька, баба немерена, маме высылаешь вагоны денег, мама уже не знает, где, куда эти деньги тыкать. Там весь мир, говорят, становится Нью-Йорком. Они же потом открыли минеральную воду. Шутка. Да, добычу. Ну, в общем, очень богатая. У тебя кукуха уехала. Собираем твои денежки в чемодан, и ты с этой карточкой в виде мешка денег пластиковой уезжаешь, ну, в Рим. Ну, это же вот это отправил. Пушкин ему говорил уже перед отправлением, говорит: для меня Питер органичный. Кабаки, рестораны, эти блок-хаты, тут все супер. Но ты здесь адаптироваться не можешь, да. Поэтому, чтобы ты не... то... отсюда. И в Италии же от него кошка ушла на длительное время. Да, она не приходила. Ни кошка, ни пауки, ни черви ниоткуда уже не вылазили. Ну, в общем, пошла же вот эта тема. Ревизор идет на ура, деньги сыпятся, он их не знает, куда девать. Аскетичный Коля, которому не на что тратить, он, ну, представьте, с ума сошел, в Италии снял виллу. И выходит в оборот речи даже при дворе понятие «хлестаховщина». То есть эти все афоризмы и выражения этого Коли, они стали правилом хорошего тона в светских кругах Российской империи. Ну и потом же он этого пишет «Мертвые души» Чичикова придумывая, да? Ну и показывает через Чичикова всю... гнилость этой системы, ну и показывает его хакером, который ее вскрыл. Да.
Ну, Николай I, прочитав «Меры твоей души», он не сразу их запускает в печать, и даже без особой цензуры думает, думает, и с советниками тайными говорят, ну, сука, ну это правда, надо это все печатать. Печатают. В общем, с Италии, я не знаю, что его в голову бахнуло, он поехал в Париж, ну, был наслышан много о Париже. И в Париже он задает себе вопрос, я, что это за черная мрачная херня? Ну, Париж до перестройства османом, ну, это была помойка мира, это чума, это холера, это грабежи, это маленькие улицы, это бараки какие-то. И он в Париже опять впадает в депрессию. И тут приходит ему весточка, что братана убили, Саню. И Гоголь просто впадает в истерику, и у него окончательно рушится здоровье. В принципе, после убийства Пушкина он начал себя самоуничтожать, господин Коля. Он без Пушкина жить не мог. Когда Пушкин еще был живой, если на Колю пытались как бы нападать какие-то идиоты, типа за ревизора, либо за Тараса Бульбу, то Пушкин сразу же разваливал эту ситуацию. Я говорил, он здесь говорил о другом, вы посмотрите дальше. И все переворачивало то, что ну, Коле начинали аплодировать. В общем, Пушкин аж там Аксаков пишет этому Коле, что душа Пушкина будет гореть в аду. Но он не мог просить Пушкину, намоленный Аксаков, что он ему набил физиономию. И Пушкина считали гулякой, пропойцей, веселым парнем, а такие обязательно должны быть в аду. Ну и Коле тоже окончательно падает кукушка, что он уехал, не было кому присматривать за его другом Саней. И он начинает себя терзать и говорит, что я следующий в аду, потому что мой друг уже там. Пушкина не хотели хоронить как самоубийцу. Николай I на себя взял, так как глава Синода он был, что это я пообщался с Богом, все нормально. Саня аж не сразу умер, он там еще причитал, заплатил за Пушкина все долги, за семейку, и приказал его хоронить как, ну, по обряду православного. Потому что те дуэлянты считались самоубийцей, это считался большой грех. И, ну, Коля, в общем, сказал, я, ну, Николай I, я порешал с Богом, хороните. Он, в общем, еще, ну, выходят мертвые. Он приходил на могилу Пушкина, лежал там по 2-3 дня, ему становилось лучше. И он начинает писать, пишет второй том. «Успех мертвых душ», первый том, ему как-то, ну, чуть успокаивает психику. Второй том он пишет в том же самом направлении, что Остап Бендер, этот, Хлестаков это был Остап Бендер, да? А Чичиков это, ну, он продолжает развивать Чичикова как афериста. И потом у него опять клинит крышу, и он сжигает этот второй том. Приходит какой-то знакомый к нему, а он сидит и палит его. И уже написал, вот его все, и написал полностью, и он сгорел. И в общем, получается, Аксаков говорит, я тебе помогу, я понимаю, что у тебя черти сплошные в голове. И Аксаков его отвозит к отцу Матвею. Отец Матвей – это Арестович. Да, Арестович. Арестович же тоже лечил детей, ему привозили больных детей, и он их выговаривал. И говорит, Арестович, им становилось лучше, и что в этом плохого? Ну, Арестович, в принципе, пошел стопами Дмитрия Пирамидкина, он же Гордон. А в общем, отец Матвей, он был при Николае I и занимался детьми. У него была Ольга дочка, и он ее уже довел до бешенства, Ольгу дочку. И Николай I говорил, чтобы я его не отправил на каторгу, отправляйте его куда подальше с моих глаз, и он будет невыездным. Это какой-то антихрист. И этого отца Матвея отправили в Ржев. Константиновский, по-моему, была. Василий Константиновский, если не путаю. И, в общем, этот отец Матвей начал работать по просьбе Аксакова с Гоголем. Он знал 11 языков, он был образованный, он в это верил, то, что он исполнял. И, в общем, он начинает перепрограммировать Гоголя.
И отец Матвей в итоге за какой-то там период, в разрезе, например, там 5-7 лет, он все-таки Гоголя ухандохал. Поэтому я повторяю, что религия – это зло. Он считался, так как царь его не любил, значит, он в народе пользовался большим спросом, но так у нас всегда это работает. И он считался великим инквизитором церкви. Но тогдашний настоящий глава Синода после царя Филарет, он не переваривал этого Матвея. Он знал, что он ку-ку. Ну, в общем, все эбанаты, они знали дорогу к этому чудаку в Ржев. Ну, с этого момента духовный учитель нашего Миколы становится Матвей Арестович Быков, да. Он пишет в это время бред свой от избранных мест с перепиской. Получается манифест Арестовича, в котором он, ну там, назидание маньяка. То, что написал там Гоголь, это уже был не Гоголь, это было чудище сектантское. В общем, после вот этих от избранных мест с перепиской, а даже Аксаков, даже Корчинский лично пишет: «Гоголь, ты эбанутый». Ну, в общем, эту книгу называют «Ад для интеллигенции», и все светские люди, которые боготворили Бога, ой, Гоголя, говорят, ну, у чудака все, котел рухнул. Ну, в общем, после того, как Саша умер, и некому было вмешаться в это все действие, размагнитить нашего Коленьку, его прибрали к рукам сектанты типа Арестовича. Ну, получается, была уже ламбада с дьяволом, это я называю. И этот же Матвей говорит, что Константиновский. Говорит, я 9 раз ездил в Иерусалим, офигенное место. Гроб Господний надо посетить. Все дьяволы и демоны уйдут, все будет хорошо. Да, платная услуга, ну, в церкви надо за все платить. Ты же контактируешь с Богом. И, в общем, я по 2 дня впадал в транс и не мог прийти в себя, когда ко мне приходил Бог. Ну, исполнители же, артисты. Это школа, это он, получается, дедушка Кашпировского был. А потом же правнук его, Кашпировский и Чумак, вот этот, ну, воду они заряжали, вот я же тоже заряжал воду. Чумак выступал, Дима Гордона, люди, а я воду ставил, и он зарядил, а я потом ее пил. И лечился, по-моему. А сейчас Диму Гордона, у меня подписчиков 500 человек, а у Димы Гордона 1,5 миллиона или два. Представьте, сколько у нас людей прикукуренных. Я смотрю, что его каждый день, ну, иногда заглавия влогов, ну, одно и то же, бред, ну, просто бред. Вот разбомбили Ахмадит, 800 человек шмаляют тему Ахмадида. Ну, есть кому рассказать про Ахмадит. Целенский расскажет или еще кто-то. Ну, хватит. Ну, почему вы все 800? У нас вот этот есть канал, там, где ведет этот бодрый Яковина. Вот сбили какой-то самолет, и сразу же 2 влога со Ступаком или еще с кем-то сбили Су-25. Я не комментирую то, что пишет обычный телеграм-канал. И смотрят 20 тысяч просмотров. И потом же люди жалуются, почему такая жора. Да почему? Потому что мы без мозгов живем. Потому что мы в стадии Дмитрия Гордона. Так. Ну, у нас продолжаются подземные школы. Я же говорю, нам надо тратить на ПВО. Да, на ПВО. Вы соберете сейчас 200 миллионов на Ахмади. Спасибо всем, кто сбрасывается. А его опять разбомбят. В общем, он едет в Иерусалим, чтобы вы понимали, Иерусалим – это жопа мира, это, ну, там, храм Господний, это все хорошо, только это даже по меркам Турции жопа с жопой, да. В общем, приезжает он в этот гипермаркет бизнеса на душевных страданиях, и Коля в шоке. Он говорит, и это центр цивилизации, мой мир, говорит, 10 раз лучше.
В общем, он в шоке приезжает из этого Иерусалима, говорит, ты меня куда послал, мне еще хуже стало. Отец Матвей, а, вот оно что. У тебя мегабес, у тебя, знаете, это как мы трусы покупаем, 2XL. У тебя 2XL без, 3XL. Будем тебя лечить по новой методике. Вообще, я как ходил, я в Сарик долго не мог эти рубцы убрать с головы, пока не начал стричься на лысо. И мне прихожу к какому-то врачу очередному, говорит, 10 сеансов, и все. Принес последний день и отдал. Говорит, надо еще 20 сеансов. Я говорю, так вы же мне говорили 10. Нет, надо 20, потому что у тебя более тяжелая форма. А потом начал лысо на лысо стричься, и оно начало помогать. И, в общем, у тебя, говорит, тяжелый случай, у тебя мегабес. И Арестович, Матвей Арестович Быков, начинает его лечить по-новому. Голодовки, молитвы. В общем, он его погружает в тему, вот это, когда ты в монахи уже переходишь. Голодание и всего остального. Но просто он еще слабого здоровья был, и так у него с головой было не алло, у Николая. И его начинает глючить не по-детски. Ну, этот отец Матвей, это был как ну, Чикатило, только на поводке. Да. За ним, за вот этим же Аксаковым и за Матвеем Константиновским присматривала личная охранка царя, шпики. Потому что те, кто тоже сильно много за Русь орали, для Николая они тоже умы тревожили. Ну, реакционеры. Маргиналы всегда они проблема для любой власти. И получается, он начинает под влиянием этого Матвея писать еще опять мертвые души вторые. И только в них уже этот Чичиков, не вот этот, ну, который аферист скупает мертвые души и показывает, ну, и развивается дальше. То есть у него уже два города-миллионника мертвых душ. А он пишет Чичикова, который поехал в Иерусалим, покаялся, и он стал самым праведным и самым честным в мире. Ну да. И он же собрался запретить печатать все свои произведения, чтобы их больше не издавали. А для царя это удар. Почему? Потому что мастер русского слова, которого уже знают во всем мире, которого покупают французы, которого покупают англичане, немцы. И, ну, что это за херня? И они направляют Филарета, который начинает контактировать с Колей и говорит, Коля, приди в себя, ты чумовой ты наш хороший. И они, в общем, все делают для того, чтобы... А так было прописано Пушкиным уже законодательство по правам защиты писателей и поэтов, что Коля мог остановить этот процесс. И, в общем, они запретили Коле не издаваться, да, в печати. Ну и не спеша, так уже не буду ничего додумывать. Коля себя убивает голодом, и так в башке не алло. И от анемии он умирает. Все эти спекуляции, что он там гулял в гробу, вертелся, просил его выпустить, это все ерунда. Ему делали маску, после, как он умер. Та процедура, которая, когда делается маска, она полностью блокирует дыхание человека, и он никак не мог остаться жив. Это уже просто желающим пора поделать бла-бла-бла. По итогу у нашем Николае Васильевиче Гоголе, Миколае Васильевиче Гоголе, это большой человек из маленького села, нашей Украины, который любил безмерно Украину, он ее по-своему понимал, по-своему видел, по-своему в империи он ее пропагандировал, она была при нем не под запретом, а под великой пропагандой. Все, даже первые лица российского государства считали правилом хорошего тона знать о Малороссии больше и узнавали больше благодаря Тарасу Бульбе, благодаря вечерам на хуторе близ Диканька, знали, что у нас вкусная еда, вкусная горилка, классные женщины, характерные казаки, воины, которые могут сражаться, узнавали об этнокультуре и быте, а до этого знали об этом мало. Пошла мода на все славянское нашего типа. Он это видел по-своему, он видел это как намоленный мамин сын православный. И если его укорять, например, за то, что он
продвигал этот панславянизм, ну, он так видел ситуацию, и не помог лидеру, легенде, ну, даже стандарту коммунистов УССР Тарасу Шевченко, не помог, он не смог помочь. Ну, вот он не смог помочь. Потому что был вопрос, что если ты, Коля, дальше полезешь туда, то поедешь за Тарасом туда же. И чураться тех людей, которые там сделали большую карьеру, ну и стали мастером слова того же самого русского языка, я считаю, не стоит. Мы должны ими гордиться. И англичане и американцы Шекспира, и те, и другие считают с удовольствием. И многих других писателей. И не впадают ни в какие там измы. Ну а так, в принципе, все. Поэтому я любому человеку с забитого села украинского сейчас не рекомендую, не советую, а благаю, чтобы вы повторили путь Николая Гоголя и стали таким самым великим. Да. Ну вот и все, в принципе.